Всем привет! Это Маргарита, вы на канале «Наш любимый питомник». Я вам уже раньше показывала, как мы ходили Зору в школу. И сегодня у нас очередь Габи, так что, если будут какие-то интересные сегодня занятия, то покажу вам, как Габи на это все реагирует. Вот она, Габи. Габуй! Габи! Все, друзья, мы уже приехали. Габи вон в нетерпении. Пока что я видела только две собаки. Нету пока что инструктора, будем ждать. Я покажу вам, если будет что-то интересное. Габи, не пищи. Не пищи. Не пищи. Первое упражнение, нужно ходить с собакой, чтобы она не тянула поводок. Но Габи достаточно хорошо уже ходит. Смотрите, она вообще не тянет поводок. Увидела цветочек и остановилась. Ну, остальные собаки, кстати, достаточно тоже хорошо ходят. Вот, посмотрите. Все молодцы, действительно курсы помогают, чтобы научиться. Ну и, конечно, дома нужно постоянно заниматься собакой, чтобы был такой хороший результат. Только что учили давать лапку, показывает зубки с Габи. Теперь мы просто гуляем. Вот она. Габи за мной постоянно ходит. Я даже могу спустить ее с поводка. Она всегда будет за мной идти. Габи! Габи! Эй! Габи! Привет! Теперь мы учим собаку ходить между ногами. Так это выглядит. Попробуем сказать Габи. Нужно пройти между ног. И вот выйти здесь. Так. Габи! Габи! Это упражнение делается для того, чтобы собака не запуталась в ногах. Вот такое вот у нас упражнение интересное. Сейчас Габи дала команду, чтобы потом я подождала. Но она не подождала, она меня услышала. Вот она. Зостань! Смотрите, ждет. Габи! Хорошее упражнение, так все собака остается. Вот, друзья, мы уже закончили курс. Мы раньше были вот в этой группе, которая сейчас. Не знаю, видно или нет, но там вот очень большие собаки. И там совсем не было маленьких собак, поэтому пришли в группу пораньше. Здесь, конечно, тоже много и лабрадоров, но есть французский бульдог, а пара шицу. Поэтому для Габи, конечно, получше. Она все-таки боится. Мы решили выбрать эту группу. Габи! Ну что, домой? Давайте, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы поддержать наш канал. И увидимся. Всем пока!